Отпечаток лапы более метра шириной исследуют боливийские археологи. Как предполагается, он был оставлен хищным динозавром около 80 миллионов лет назад. И это один из крупнейших когда-либо обнаруженных следов. Мы нашли след огромного, колоссального динозавра-хищника. Это было совершенно неожиданным и особенным, потому что речь об отпечатке, который, по-видимому, принадлежит абелизавру. Абелизавр – двуногий динозавр, который когда-то обитал в Южной Америке. Отпечаток обнаружил в начале июля экскурсовод в 64 километрах от города Сукре в центральной части Боливии. Эта местность с мягкой глиняной почвой широко известна подобными находками. И ранее в этом регионе уже находили скелеты абелизавров. Палеонтолог считает, что динозавр жил в третий и последний период мезозойской эры. Абелизавр был крупным хищником конца последнего периода эпохи динозавров в Южном полушарии. Такой величины следов этого динозавра никогда не находили. Их нормальный размер был около 9 метров, крупное животное. Однако следы, которые мы нашли, принадлежали животному, которое превышало 10 или даже 12 метров. Палеонтолог рассказывает, что на территории скалистой местности, где обнаружили след, уже были найдены тысячи следов динозавров, но меньшего размера.